обращение к нам, между прочим. Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме наших дней, изучая потемки, вы, возможно, вспомните и обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудиции вопросов рой, что жил где такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Профессор, снимите очки, велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. Я осенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный. Ушел на фронт из барских садоводств, поэзии, бабы капризы. Засадила садик мне дочка, дачка, войско гладь. Сама садик я посадила, сама буду поливать. Кто стихами льет из лейки, кто кропит, набравший в рот. Мудреватые кудрейки, кудреватые мудрейки, кто их к черту разберет? Нет на прорву карантина, мандолинят из-под стен. Терретина, терретина, тень. Неважная честь, чтобы из этих роз мои изваяния высились по стенам, по скверам, где харкает туберкулез, где хулиган, да сифилис. Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой, с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко, не так, как песенный Есенинный правитесь. Мой стих пройдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак, и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк, случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие.